Всем привет! Вы смотрите Вики Шоу Плей, и вы в комментариях мне писали: Вика, сыграй в одну игру, она круче Роблокса. Ну вот, и сегодня я буду играть в эту вашу игру, что-то там ПКРД, что-то какое-то странное название. Будем сегодня сравнивать, эта игра круче Роблокса или Роблокс круче этой игры. Сейчас я нахожусь в школе, а не в своем доме. И тут меня встречают такие шкафчики. Тут можно открыть, нажать сюда, закрыть. И тут появляется книжка, ее можно убрать. И также остальные шкафчики. Также здесь есть школьная форма для мальчиков и для девочек. Если она загорается желтым, то значит на нее надо нажать, и она на тебя оденется. Я сейчас одевать не хочу, потому что у меня очень красивый наряд. То, что я ее одевала, потом у меня лук испортился. И здесь вот такой вот класс. Тут девочка сидит. Я могу сесть вот за эту парту нажатием. Или вот сюда. Уходим. Идем в город. И здесь вот такая красивая площадка. Здесь есть вот такие деревья. Если на него нажать, то выпадают такие яблочки. Их надо собирать. А на некоторых деревьях нету. Тут есть такой вот громадный робот. Ух ты! Отлично, я все вижу. Заходим в него. Вот в эту дверь. Так, Racing Progress. Хорошо, ждем. Прекрасно. Так, берем билетики. Старт. Так. Нажимаем Great. 7, 6, 5. 4. 2 плюс 2 равно 4. 2. 1. Бежим. Да что ж такое-то? Давай, Вика, быстрее всех. Давай, зажги. Икринка. Ага, ой, что-то лагает немножко. Так, бежим, всегда налево в лабиринте. Уф, как же долго. Давай, ну что, как долго, ну Вика, что, у меня третье место, нет. Ну вот, плюс 200 монет, ну ладно, все. О, уже ночь. Так, вот там вот можно продавать пиццу. Но сейчас уже вечер, наверное. Не успеем. Здесь можно купить всякие штучки. Там тоже можно посоревноваться. Идем тогда домой. Вот одним нажатием слева в угол. Вот у меня вот 4 лайка в доме. Так, давайте зайдем в чужой дом. Тут 9 лайков. Может, мы тоже лайк поставим. О, тут уже красиво. Фильм, кухня, красиво. Еще так миленько, кошечка, вот все дела. Мне нравится. Кресло. Некоторые думают, что вот это ковер. Но я тоже это считаю, что это не ковер. А мы можем переключить? Да, мы можем переключить. Ой, я музыку. Так, во, шикарный мультик. О, коврик. Смотрите, в Роблоксе в коврик вот так вот, как в реальной жизни, нельзя вот так вот наступить и провалиться. А здесь можно, смотрите. Душ. Эта игра однозначно круче Роблокса. Вот смотрите, вот можно садиться, смывать. Вода в кране. О, она даже наполняется, смотрите. Ну, сразу лучше Роблокса. Ковер как спиннер. У меня, кстати, такой же есть. Кроватка двухэтажная. Еще одна кроватка. Ну, красиво. Вот палатка. Прикольно. Вот камин. Правда, коврик еще надо было около входа. Ладно, все, идем в мой дом. Ну, вот так вот. Скромненько. Вот это, я думаю, надо поменять. Смотрите, сейчас.
Вот это, короче, убираем и ставим, что мы можем поставить. Так. Что можно выбрать? Так, а тут у нас что? Ну, давайте вот это. Ну, вообще бомба. Супер. Тогда здесь мы сделаем вот так вот. Нет. Что можно еще? Ну, давайте поставим. А у нас больше денег нету, что нам еще ставить-то надо? Нам накопить, наоборот, надо на ванну за 1000. Идем, короче, копить. Так у нас неплохо тут вообще получилось. Очень даже красиво. Кстати, я не показала мою сцену, она тут очень крутая. Вот на входе у меня такие штучки здесь. Для, ну, плееров, ну, для самых крутых. Тут можно, кому не интересно мой концерт смотреть, вот можно киночку там посмотреть, не знаю, как вот эта вот черепаха мчится, или вот этот мультик, там, короче, переключаются каналы. А здесь, так, вот этот бум надо переместить. Он меня смущает. А у меня также есть двухэтажная кроватка, есть такая кроватка. Есть шкафчик. Ну, выходим, короче, из дома и зарабатываем денежки. Таким быстрым телепортом идем в пиццу, да? Пицца тут на время. Да что я все время этот танец включаю? Лучше вот это включать. Смотрите, ставь лайк и сердечки. Ура! Это мне? О! У них свидание? Извините, а я вам тут не мешаю? Are you ok? Я вам тут пиццу принесла. О, я сорвала у вас это, да? Простите, пожалуйста. А так можно было? Так, все, время пошло. Бежим по стрелочке. О, ну что, как далеко. Кстати, а почему у нее розовая кожа, не поняла? На пиццу с розовой кожей, надеюсь, это не заразная. Так, идем дальше. Надеюсь, там нормальный будет. У него зеленая кожа, он зомби. Так, быстро выручаем и уходим. Бежим. О, ну хоть ты нормальная. На. Оп, 180 монет, шикарно. Стоп, 120? Ну ладно. Ну а теперь берем побольше денег. Стоп, ты так и осталась здесь? Или тебя тут не было? А, она тут осталась. И он остался. И она осталась? Она не осталась. В смысле? Идем вон в те испытания. Ну, там не испытания, там прикольные штучки. Сейчас я вам, короче, покажу. Поднимаемся вот так вот прыжками, а то никак. Так, стартовое время пошло. Нам надо собрать 10 ананасов, 15 яблок и 20 арбузов. Вот они. Бежим. Бежим обратно. Вот этот минус. Сдаем. Получаем монеты.
350 монет или 525? 525 за рекламу? Это мой дом? Мне поставили 5-й лайк. А можно посмотреть, кто мне ставил лайки? Нет, нельзя? Ну ладно. Так, что можно еще выбрать, даже не знаю. Огонек. Так, тогда вот эту картину мы убираем. Ставим сюда, покупаем. Может, вот это облачко еще, хотя у меня места нету. Давайте вот это немного поближе. А вот это немножечко подальше. Может, мой дом перекрасить в какой-то другой цвет? Вот такой вот. Красиво. Или надо было вот этого? Короче, вот этот еще купим. Вот этот. Да, лучше вот этот оставим. Все, дом просто обалденный, мне так нравится. Давайте посмотрим. Нет, я не хотела заходить, блин. Вот здесь вот это, дома посмотреть, что новые. Так, дорого. Понятно. Очень дорого. Давайте посмотрим. О, смотрите, там какой-то дом. 9 лайков, повезло. Вон там какой-то дом привлекает внимание, космический. О, прикольно, дом в виде арбузика. Я тоже такой сделаю. Где этот дом? Куда он делся? В смысле? Шикарно. Что, у него закрыт дом? Закрыт, не пускают? Ой, залагала. Ребята, в общем, я тут застряла. У меня тут не двигается ничего. Мне парень сердечки пишет. Я ему тогда тоже что-нибудь отвечу. Ну ладно, это тоже сойдет. Я вообще тут прилипла. У меня какая-то тут ловушка. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. У нас всегда весело. И сами решайте, какая игра лучше, Roblox или вот это ПКБЛКДД, XPD.